Всем привет! С вами Байки о байках, и это новый выпуск новостей. Компания Бена запустила сбор средств на свой революционный электровелосипед. Модель называется Рива. Это электровелосипед с уникальными колесами, без втулок и одноногой вилкой. Одно из ключевых преимуществ велосипеда – он оснащен фирменной системой защиты от угона Triple Barrier, которая по заявлениям производителя должна полностью исключить риск кражи велосипеда. Система состоит из встроенного внутрь замка, блокирующего колесо, сканера отпечатка пальцев, датчика движения, а также системы GPS, которая транслирует данные о местонахождении велосипеда. Велосипед будет оснащаться электромотором мощностью 750 Вт, а его максимальная скорость будет составлять 40 км в час. Мотор работает как в режиме педального ассистента, так и управляется гашеткой на руле. Аккумулятор и мотор аккуратно встроены в раму, а передние и задние фонари, а также стоп-сигналы и поворотники встроены в неподвижное ободье колес. Свет включается автоматически по сигналу от датчиков освещенности. Внутри колеса размещен крепеж для фирменной сумки, багажник не понадобится, а также есть выход для подзарядки вашего телефона. Компания обещает начать поставки в марте следующего года. Голландский консорциум представил инновационную карбоновую велосипедную раму, которая практически не ломается. Первый прототип назвали 100% Limburg Bike. Он создавался в течение года, а сейчас над ним проводят испытания. Руководитель проекта заявил, что в этом велосипеде реализовано очень много инноваций. Трубы и передняя вилка сделаны из особым образом плетенного карбона и сверхпрочного волокна Дайнима. А соединительные узлы, использованные в прототипе, сделаны из титана методом 3D-печати. Также есть прототип с соединительными узлами из переработанного пластика, усиленного углеродным волокном. Еще одно нововведение – это новый клеевой состав на биооснове, который используется для соединения элементов рамы. В результате получается сверхпрочная и в то же время сверхлегкая рама, которую практически невозможно сломать. Кроме того, благодаря модульной технологии 3D-печати, такую раму можно изготовить по индивидуальному заказу. Причем не только по размеру и геометрии, но также можно выбрать материал и цвет. Руководители проекта заявляют, что производство велосипедов будет запущено уже следующим летом, но пока нет никакой информации о его цене. Компания Sitronics презентовала новую электросистему для велосипедов. Системы этого производителя всегда славились низким весом, и компания продолжает эту традицию в новой модели. Один из самых недорогих комплектов для установки, доступных к покупке, это набор для велосипеда Cannondale Quick 4 Disc Hybrid. Новый комплект Sitronics выглядит лучше, чем когда-либо. Он очень прост в установке. Все, что от вас требуется, это заменить переднее колесо на колесо с мотор-втулкой, проложить проводку до места установки флягодержателей заднего датчика и подключить аккумулятор Smart Bottle. Компания заявляет, что комплект можно установить за 30 минут. Управляющая электроника находится внутри корпуса самой батареи, а весит она всего 1,5 кг. Уровень заряда отображается на самом аккумуляторе, а чтобы его узнать, надо всего лишь встряхнуть его. Управление системой осуществляется с помощью одной большой кнопки. Вы можете выбрать один из трех уровней работы ассистента. Датчик на заднем колесе – это самый уникальный элемент системы Sitronics. Запатентованный датчик считывает всю необходимую для работы ассистента информацию с большой звезды кассеты. Таким образом, он определяет, крутите ли вы педали или нет, и помогает вам ускоряться и поддерживать скорость в зависимости от выбранного режима работы. Кстати, емкость аккумулятора всего 180 Вт-час, но система считается очень энергоэффективной. На одном из тестов удалось преодолеть дистанцию в 78 км на скорости до 25 км в час. На сайте производителя можно приобрести велосипед, укомплектованный системой, или заказать систему отдельно под ваш велосипед, используя конфигуратор. А вот компания Deviate представила трейловый велосипед Highlander. В нем применена схема подвески с высоким шарниром. Она пока редко встречается на трейловых велосипедах, но отлично зарекомендовала себя на велосипедах для скоростного спуска. В настоящее время можно купить только раму. Велосипедов в сборе пока не предлагается. Рама хорошо продумана, тросы проведены снаружи, но аккуратно скрыты под верхней трубой. В подвеске применяются герметичные двухрядные подшипники с портами для смазки на основных шарнирах и линках. Все это сделано для увеличения их срока службы. У рамы современная геометрия. Угол наклона рулевой 65,5, а подседельной трубы 76 градусов. Длина перьев 441 мм, и рич большой ростовки составляет 480 мм. Компоновка подвески и низкая каретка 341 мм помогают сместить центр тяжести вниз. Раму можно приобрести с амортизатором Fox Float X2, либо без него. В будущем велосипед планируется комплектовать группсетом Shimano XT1/12, вилкой Fox 36 Factory Grip 2 с ходом 160 мм и колесами DT Swiss.
Действительно ли велосипед будет самым мощным в классе трейловых, наверное, докажет только практика. А вы как считаете? На этом все. Подписывайтесь на канал, смотрите новые выпуски и узнавайте обо всем первыми. И не забудьте нажать на колокольчик. С вами были Байки о байках. До скорых встреч!